«Танцуй, пока танцуется» пропагандирует Андрей Иванцов, готовящий нам свеженький клип на композицию «За стеной, как за спиной». Подробнее обо всем этом расскажем через мгновение. Песня с очень жизненным названием «За спиной, как за стеной» приурочена к большому туру исполнителя по городам России. Скажи, пожалуйста, о чем этот клип и что ты хочешь донести зрителю? Я хочу донести то, что каждая женщина должна быть за спиной у своего мужчины. То есть песня называется «За спиной, как за стеной», и я рассказываю эту историю в этом клипе. Помочь рассказать небанальную историю любви вызвалась родная дочь артиста Даша. Для нее это дебют, но под чутким руководством режиссера и папиным крылом все трудности вмиг улетучиваются. Он ходит, ее подбадривает, она тоже его подбадривает. Они могут сказать друг другу не какие-то адекватную критику, при этом не обидеться друг на друга. И мне кажется, это только помогает процессу. Я вкладываю сюда... частичку как бы нашей родственной связи. Действительно, я проживаю его какие-то этапы жизни, их знакомство с мамой. Как-то хотим перенести сюжет ихней жизни на клип. Сколько артистов, столько историй. Все они воплощаются как минимум в песнях. Ну а наша задача их не только показывать телезрителям, но и рассказывать об их создании в рубрике «Стоп, снято».